10 августа 2023 год. И на сегодня афоризм такой. Неубывание энтропии – это закон, гласящий, что все разлагается. И глупо надеяться, что все образуется. Такой вот весьма оптимистичный афоризм написал я 12 февраля 2012 года. Ну, кстати, у меня там еще есть такие же псевдонаучные. Про эффект Доплера. Эффект Доплера. Все больше женщин, сближаясь с мужчинами, находят их синими или голубыми. Уже не помню, когда я это написал, но, по-моему, весьма забавно получилось. Красное смещение, синее смещение, доплеровский эффект. Все больше женщин, сближаясь с мужчинами, находят их синими или голубыми.